Конечно, я люблю каждый цветочек. Есть возможность, обихаживаю его. Люблю однолетки, очень много сажаю однолеток. Они украшают сад в любое время летнего периода, когда многолетники периодически цветут. И сейчас вот у многих однолетки еще не цветут, но кто попозже посадил. У меня они украшают мой маленький садик. Так бы было, конечно, уже не красочно, как сейчас, хотя и не очень красочно, но я считаю, что уже больше некуда, так сказать, сажать. Вот. А цветают ирисы. После ирисов начнет цветение лилий. Здесь тоже будет нарядный садик. После этого начинают цвести розы. Причем даже вот компоновка цветов вот в горшочной культуре я продумываю уже зимой. Уже зимой даже составляю схемку, что с чем посадить. Ну, бывает очень много и неудач, конечно. Но бывает, когда и вазон радует. Вот здесь, конечно, переигрываешь, конечно, много и за зиму, и... Бывает так. Но самое главное, вот в моей работе, что вот по цветам я поняла, когда я пикирую рассаду, я на каждом горшочке пишу высоту. Потому что когда весенняя пора начинается, все в голове не можешь держать, какой высоты растения, да, бывает, особенно новые. И когда я начинаю рассаживать по вазонам всем, я уже смотрю на высоту, и тут же название цветка, я вспоминаю все краски их и как их скомпоновать, понимаете? Вот здесь это много значит. Любое растение, пересажу ли я розу, пересажу ли я какой-то цветок и чувствую, что ему нужна помощь, я ставлю гнома и говорю, что должен выходить. И понимаете, всегда растение пускается в рост и живет. Вот это у меня какое-то такое вот, потому что вот мое предначертание, что все вот это было, и вода, и все было. Ну, я не знаю, я к земле очень поздно приросла, очень поздно. Это, наверное, лет в 30 я стала заниматься огородом, землей. До этого я никогда не думала, что... Ну, был он этот участок, ну, поскольку-постолько сажали, цветами мало занимались. А вот как-то было предначертано, наверное, что я должна позже заняться вот это. Это мое душевное равновесие. Бывало, раньше приду со смены с завода. Потому что людей очень много в смене, и бывают головные боли, прихожу. Я не иду домой, я заходила раньше в розарий сразу, наклонялась к розам, пройду, посмотрю, у меня головная боль уходила. Я поняла, что это лекарство своего рода, понимаете, вот лекарство.